Дети, доброе утро! Привет всем! Мы на канале Тимвита Чимаша. Дети только встали и увидели под елкой. Что вы увидели? Подарки! Столько много подарков Дед Мороз принес. Вы, наверное, хорошо себя вели? Да. Ну что, будете открывать? Да. Кто первый? Джин-джин-чок. Давайте. Джин-джин-чок. Я. Первый Тима. Ну, какой ты подарок открываешь? Бильярд. А откуда ты знаешь, что это бильярд? А это уже больше игр. А ну, давай, тащи его сюда. Так. Ого. Так может, это не бильярд? Бильярд. Ты думаешь, бильярд? Да. Так, давай, разрывай. Что там? Тима, ты угадал. То, что ты хотел, тебе Дед Мороз и принес. Да. Это детский бильярд. Ну ты даешь. Такую игру заказал Деду Морозу. Класс. Вот такой вот мы уже бильярд распаковали. Здесь отдельно ножки от него. Сейчас надо его на ножки поставить. Подождите, ребята, а где шары? Кии есть уже. А ну переверните, Мош. Переворачивай. А вот здесь, наверное, шары. Распаковали мы наш крутейший бильярд. И учимся разбивать шары. Снимай треугольник аккуратно. Так. Давай, Тима, разбивай шары. О, первый шар есть. Тима играет, Маша распаковывает свой подарок. Выбирай, какой? Вот этот большой красивый подарок? Тебе он нравится? Ну, давай. Давай распаковывать. Где наши ножницы? Вытащи. Давай, а ну. Давай, Маша, вытягивай. Что это такое, Маша? Это же домик. Подожди. Домик пони. Это домик пони. Пони-парк. Пони-парк какой-то, да? Ух тышка, класс. Тебе нравится такой домик? Да. Распакуем его? Да. Давай распакуем. А ну тащи, Маша, что же это за домик пони такой? Тащи, тащи, тащи. Ух тышка, какая красота. И там пони вот какая-то, смотри, на радуге. А здесь аксессуары к другим пони. Ничего себе, а это что такое? А это такая качелька, да, или что это такое? Каруселька, качелька, пони на облачке. Такой вот волшебный домик принес Дед Мороз Маше. Домик для пони. Этот домик можно открыть и посмотреть, как живут наши пони, да? Вот у них там и зеркало есть, и окошки, и фоторамочка стоит. И каждая пони на свое место может встать. И вот еще фоторамочка, да? Нравится тебе, Машуль? Да. Туда поставишь? Да. Пока Маша играется с домиком пони, Тима, может, ты будешь открывать второй подарок? Да. Давай. Так, смотрим, что же мы там дальше откроем. Синтезатор. Ты уверен, что это синтезатор? Да. Ну, давай, распаковывай. Это точно синтезатор? Да, я вижу, что Дед Мороз угадал твои желания, прочитал твое письмо. Ну что, будешь музицировать? Да. Давай распаковывать. Так, достаем наш синтезатор. Вот такой он огромный, да? Да. Так, у нас синтезатор на батарейках и может работать от сети. Мы пока мисс его поставили от сети. Тима, а что там еще в наборе было?
Микрофон, можно песни в караоке петь, да? Ну что, давай сыграем первую песенку какую-нибудь. Давай сыграем первую песенку какую-нибудь. Можно? Давай свой пальчик. Давай. Петя, Петя, петушок, золотой ты гребешок. Петя рано встает, детям спать не дает. Вот такая песенка новогодняя про петушка. Машуль, ну что, пока мисс Тима изучает ноты, мы распаковываем второй подарочек? Да. Давай, выбирай, какой? Какой же Маша выберет подарочек? Какой? Вот такой маленький? Да. Ну, давай маленький смотреть, давай его распаковывать. Давай ножничками будем сейчас все обрезать, разрезать. Так, ну что, разрывая наш подарочек. Что у нас там? Тим, ты не хочешь посмотреть, что здесь у Маши? Я уже вижу, написано «Курочка Ряба». Тима, а где твой петушок? Принеси петушка к курочке Рябе. Что это за курочка Ряба такая, Маш? Это, наверное, год петуха, и Дед Мороз позаботился о том, чтобы у Тимы был вот такой вот петух. Сумочка, кстати. Это, ты увидел, что это сумка? Сюда можно что-нибудь ложить, да. А это курочка Ряба какая-то. Может, это сказка какая-то? А ну, вот здесь открывается, Маш, стой, стой, стой. А ну, давай. Давай, тяни, что там за курочка Ряба? Так, на, заложить яйца, закладывайте в нее яйца. А там надо одно. Нет, там можно все, наверное, положить. Да, давай. Вы правильно там ложите их? А ну, да. Смотрите. Да. Так. Вот, закрываем нашу курицу. Включаем. Включаем, да. И поехала курица. Она сначала гуляет. Курица, тебе дать зернышек? Так, пошла она гулять куда-то. Опачки! Снеслась! Маш, ну как тебе? Смешная курица? Маш, нравится? Опять снесла яйцо? Куда курица поползла? Сама себе. Нам уже нанесла яиц. Можно делать что? Яичницу или омлет, да. А Тима распаковывает следующий подарок. Да. Так. Маше понравилось. Так, у нас следующий подарок. Вот в такой синей упаковочке. Что же Дед Мороз принес? Тима, ты не знаешь? Вроде все, что ты уже заказывал, Дед Мороз тебе уже принес, да? И опыты я заказывала. Опыты? Так может это опыты какие-то? Давай посмотрим, что это такое. Так, смотрим. Что-то они для опытов сильно большие. Ого, может возьми ножнички разрежь. Давай возьми ножнички разрежь. Вон ножнички, вон лежат. Так, а ну разрезаем. Так. И следующая у нас... Следующая у нас игрушка. Это злая собака. Смотрите, это суперская игра. Мы будем играть в нее тоже вместе. А ну давайте... Вот такая вот собачка. Да. Давайте разбирать. Так, называется твой подарок, Тима, Bad Dog, плохая собака. А что она делает? Значит, здесь должны быть косточки. Эта собака спит. Потом ты берешь одну косточку, собака еще спит. А потом, когда ты берешь еще одну косточку, собака просыпается и на тебя лает. Представляешь? Ну давай распаковывать дальше. Есть у нас вот такой бульдожка с вот такой вот пастью огромной, да? В тарелке у бульдожки лежат косточки. Да. У нас есть карточки. На карточках нарисовано, сколько надо вытащить
косточек. И у нас есть вот такой вот смешной пинцетик. Как лапки, видите? Вот-вот. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Так, Тимофей, давай включать нашу собаку. Опачки, ничего себе, как она храпит. Какую ты вытащил карточку? Красную? Значит, надо вытащить... Ой! По-моему, она начала нюхать тебя. Надо вытащить две красные косточки. А ну, а очень аккуратно, чтобы не разбудить собаку. Очень-очень аккуратно. Давай. Может, мне помочь тебе? Оп! Не вытащил, собака на тебя гавкнула. Прикольная игра. Ну что, собака нас уже покусала. Распаковываем Машин подарок. Давай, какой ты берешь? Большой золото. Можно большой, это твой же подарочек. Давай. Я не знаю, может быть. Маша сильно ждет интерактивного дельфинчика. Только она называет его реактивный дельфинчик, да? Ну что, давай распаковывать. Какой колючий. Ну что тебе Дед Мороз принес? То, что ты и хотела. Да, дельфинчика. Давай посмотрим на дельфинчика. Давай. Вот такой, вот такая игрушка у нас классная. Дед Мороз позаботился, чтобы выполнить Машино желание. Давай повернем. Вот такая здесь игрушечка. Такой миленький дельфинчик. Машенька, а ну нажми ему на плавничок. А вот здесь. Ух ты. Вон он. Давайте теперь раскрывать его полностью. Машенька, что это такое? Это твой любимый дельфинчик, которого ты так хотела. Вот видите, что он может. Что он может? Ой, он плачет. Ой, он плачет, ему надо дать сосочку. Наоборот, вот так, да. Давай сосочку ему давай, скорей. А, он сразу заснул. Сосочку пососал и заснул, да? А рыбку ему? Ему рыбки дать. Дай ему рыбку попробовать дать. А ну давай. Дай ему рыбочку. Давай. Чавкает? Ну, а ну давай. Вот, кушает. Смотри, рыбку кушает. Видишь? Ты такого хотел. И глазками моргает. И глазками моргает. Ну что, ты такого хотела дельфинчика, да? Будешь теперь с ним спать? Да. Да? Класс. Я сосю дала. Сосю дала? Вот это Дедушка Мороз угодил, да? Разрывай последнюю упаковочку, мы распаковываем, да? И смотрим, что же Дед Мороз еще Маше принес. А он принес... Не Тиме, а что это такое? Расскажи, что это такое? Русалочки. Это девочки-русалочки. Мама-русалочка, ее доченька-русалочка, да? Ух тышка, какая коробочка красивая, правда? И что, там у них есть зеркальце, да? Зеркальце, корона, гребешок. Ой, и даже черепашка, Маш, смотри. Так, а из сладких подарков Дед Мороз что принес? ММДМС? Да. Так, упаковочку ММДМС. А что это за кругляшки такие большие? Это? Да, что это такое? Это огромный чупа-чупс. Покажи мне его, пожалуйста. Ух ты, и на нем нарисован веселый Дед Мороз. Открывай, давай, конечно. Тим, а где твой еще сладкий подарок большой? Вот какой огромный сладкий подарок. И у Машин вон стоит тоже сундучок с конфетками. Класс. Открывай, Маша, что здесь? Вот такая колбочка, а в ней что? Еще чупа-чупсы? Давай посмотрим. Подарочек от Деда Мороза, да? Букетик чупа-чупсов. Класс! Прекрасные подарки, мы будем в них играть целый день.